Бурная личная жизнь Екатерины II ни для кого не была секретом. Своих фаворитов императрица селила прямо во дворце, назначала на важные должности и щедро награждала. В браке у нее был лишь один ребенок, будущий император Павел. По официальной версии, рожденный от Петра II, но возможно и от Сергея Салтыкова. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором я рассказываю еще больше и интереснее об истории. Ссылка в комментариях. Из внебрачных детей Екатерина формально приняла дочь Анну, умершую спустя 2 года после рождения. Самым известным из признанных бастардом был Алексей Григорьевич Бобринский, рожденный от Григория Орлова. Бобринского при дворе не скрывали, мать заботилась о его воспитании и снабжала деньгами. Но был еще один ребенок, о котором при дворе никто не знал, Елизавета Григорьевна Тёмкина. Ее отцом был фаворит Екатерины II Григорий Потемкин. На это указывает, например, фамилия. Но о том, кто же был матерью Елизаветы, историки до сих пор спорят. Как вы относитесь к такой жизни Екатерины?